Вадик, Айки, через него с этим вышло, да, через него с этим вышло. Здравствуйте. Я журналист, никаких запрещенных предметов я не привозил. И какого издания, телеканала вы журналист? Укрстрим. Что это за интернет-издание? А кто, собственно, начальство, руководство у вас? Какая организация представляет? Это интернет-издание www.ukrstream.tv. Мы занимаемся трансляцией событий, которые происходят на Украине. А где находится ваша редакция? В городе Киеве. Что конкретно интересовало вас в Севастополе? События, которые здесь происходят. Какие события? Здесь ничего не происходит. Ну, я слышал, что здесь достаточно напряженная обстановка. В том, что блокируются морские суда, ну, военные суда. А какое редакционное задание у вас было? Освещать события. Выйти на улицу, включить камеры, показать о том, что происходит. И это все транслируется в онлайн. Есть ли боевые события, либо просто люди ходят и гуляют. Все ли хорошо, либо все ли нормально. То есть четкого задания, как такового, у меня нету. Вы знали о грузе, который везете? Вот про этот груз, что именно там в коробках, нет. Я ожидал, что это будут медикаменты. Как вы объясните записи в блокноте? Там адреса, а есть еще записи с кораблей Тернополя, Славутич, то, что они просили. Я им сказал, что это не в моих силах. Я доставляю медикаменты, максимум какую-то одежду. Им были отвезены еще теплые носки, обувь они просили, но, говорю, это для меня тоже абсолютно нереально. Фонарики, прожекторы. Почему они конкретно через вас связывались? Я из города Славутич, и корабль Славутич – это наш подшефный корабль. Понятно. А что за человек вместе с вами ехал? Кто он такой? Олег – это оператор с Укрстрим ТВ. А как вы знакомы с ним вообще? Откуда? Ну, в принципе, давно знакомы, дружим. Он здесь был раньше. Я с ним связался, говорю, мне нужна… Ну, я не знаю здесь, допустим, местность. Как долго вы работаете в Крыму и как долго вы собирали эту посылку, которая должна была прийти в Севастополь? Я не собирал, еще раз говорю, эту посылку. Я же ее не отправлял, я ее только получаю. Ее отправляли, насколько я понимаю, из Киева. Из Киева также отправлялись медикаменты. Доставлялись в военный госпиталь в Севастополе, доставились в военный госпиталь в Симферополе. Пункт назначения. Куда должна была дойти посылка? Корабль «Славутич».